Здравствуйте! Вижу, что все началось, а поэтому тоже буду начинать. Сегодня у нас по плану немножечко сонного exploration, немножечко накапливания experience, немножечко, возможно, чего-нибудь еще. Тут уж как масть ляжет. Никогда не знаешь, что как обернется. Так мы остановились опять в Эрли Квине. Вроде ничего особо тогда не сделали, но... Неплохо поговорили, да поэксплорили. Так, что у нас по вещам? Все как обычно, мясо, веревка, соль, песок, хербы, кии. А, я опять забыл, что делает серебряный ключ. Что делает серебряный ключ? Кожу? Кожу, а бронзовый детект мужик. Детект мужик. Задетектить мужика. Найти мужчину. Сегодня мы при помощи магии найдем могущественного мужчину. Так, основные занятия у нас сейчас какие, кроме тех, что я обычно делаю, по часовой хожу и все исследую? Это надо донести свиток в Даск, который на краю мира где-то находится. Потом проинспектировать для лорда инспектрона Блитхеспик. Это к югу где-то. К юго-западу, может, туда даже сходим, как уж получится. Потом у нас здесь что? Еще колдунура на лоу мы ходили в Коренблав, кажется, да. Он нам что-то там сказал. Я не помню. Может и было такое, но сейчас будет другое. Что у нас по еде? Полная. Мана почти полная у всех. Здоровье у всех. Тьфу-тьфу-тьфу. Отличное. По уровням поглядим. 30 тысяч половине пати до уровня, другой половине почти под 70 тысяч. Очень много. На нас внезапно в городе напали гиппогрифы, стражники и огненные муравьи. Не откажемся от порции экспириенса. Кто же откажется-то? Можем начать с мурашей. Ну а тут уж сам бог велел стражников вырубать. Свет солнца может заблокировать. Но гуманист может получить 13 хитпоинтов в лицо, дамажа. Традиционно не попадаем. Каждый второй раз. О, там еще и гиппогриф у нас есть, точно. Он как-то сместился, я о нем немножко даже забыл почти. Лечим неогуманиста. Нашего чаще всего получающего по лику. По полипам. О, дожили. Даже Керриган промахивается. Что уж говорить о других, у которых меткости и того меньше. Ну все тут уже. Дело за малым. Малый давай. Сумочка без ловушки, спасибо. Всегда приятно, когда золото достается и опыт без каких-либо неприятностей. Отдыхать пока тоже не надо, но в гостиницу я зайду. Раз уж тут так недалеко все это случилось. Так, мы топали, значит, в лес там жестко пока очень. Топали в пустыню, тоже жестковато. Я, наверное, сейчас... А куда? Куда я сейчас хочу сходить? Ну, пока повоевать надо. Вот, я вижу, клерик хочет повоевать, два единорога. Дружественность энкаунтера с 90. Ну, извините. Дело такое. Дружественность дружественностью, а биться они все равно будут. Наверное, имеется в виду, что им легче заплатить, отдав все свои деньги. У нас их не так много. Мы получили хорошую премию за внезапный квестец в подземелье. Но нам уровни еще получать.
Возможно, оживлять мертвых. Фокусим клирика. Он парализовал края немножко. Но это ничего. Его уже нет. Сейчас надо с единорогами что-то делать. Надо гуманиста полечить сначала. Свет солнца может жахнуть немножечко. Молнией. Ну так. По единорогам не стоило. У них сопротивляемости неприятные. О, единорог к тому же один убежал. Неблагодарный. Я его бью, а он убегает. Гном убегает. Ну, гномы. Все мы их знаем. Им их хлебом не корми, дай убежать. Как полечить себя. Вот сейчас молния прилетит куда надо. Действительно, так и случилось. Победа. Ловушек нет. Замечательно. Где мы кому следует? Отдыхаем. В лес опять, что ли? Ну, так заглянем чуть-чуть. Да экспорим все, что можно. Даже свет включу. Что у нас тут было? А, Dark Raider, не, мы пока на такое не потянем. Так, что, у нас получается лес исследован? Кроме одного участка вот этого, с ледяными горами, да? Туда с другой стороны заходить, я понял. Ну, может, и тут можно, сейчас потыкаюсь. Ну нет, с этой нельзя, откуда можно, я понял. Сейчас оттуда и зайдем. Сначала, конечно, схлестнемся с плотоедами, гниющими трупами, спрайтами и гнолами. Ну, это дело нам привычное. Спрайты покастуют свои кюрсы немножко. Но это их не сильно спасет. Вот, уже не спасло. Turn undead делать бесполезно. Слишком мало. Кого тернуть можно. А вот фаербольчиком я бы пальнул. Тут еще оверкил, конечно, но их слишком много. Лечить никого не надо. Неплохо живем. Гнол убежал. Ранитый.
Еще один убежал. Все ранены убегают. Ладно, вообще все убежали. И оставили нам сундук с ловушкой, которая сработала. Мы получили немножко гемов. И кучу отравлений. Просто бест. Идем в город. Заодно и засейвиться с небольшой крупицей опыта. Люблю отравление. Хороший повод зайти домой. Все отра... Ну, почти все. Ну вот, немножко донаций сделаем в храм. Штучки. 4. О, и нас... Today мы will be protected. Чтобы это не значило, я такой до сих пор не понимаю, что это должно значить. Я пойду сейвиться. Кто не сейвится, тот не сейвится. Гласит народная мудрость исследователя подземелий. А теперь мы через юго-западный уголок пойдем опять в А1, в лесок. Оставшуюся его часть разведывать. Накастую кожу сразу. Свет тут не нужен, потому что тут светло еще. Это, видимо, как не часть леса считается, а часть того места. О, оборотень, существа и милиционеры. Это уже серьезно. Но мы попробуем справиться. Он деды, кстати, их можно будет тернануть. А вот милиционеры серьезные ребята. Особенно, когда по ним не попадаешь. Тернан дед. Минус один только, к сожалению. Но у нас есть молнии. Тут слабенько сработало. Ну, знаете, слабенькое это тоже что-то. Когда никак, то плохо. А так хоть так, и то хорошо. Лечить Фармида. Так, свет солнца. Давай-ка. Давай-ка молнии опять. Ух, хорошие какие. 27 дамажа. Это уже не хухры и даже не мухры. Это супер серьезно. Еще кого полечить? Опять серафармида. Еле держится. Ну хорошо держится. Еле, но хорошо. Ой, замечательно. 28 дамаж. Всегда так дамаж. Можно полечить на гуманиста. Серьезной хилкой даже. Сколько у нас гемов? Хватит на серьезную хилку. Но надо следить, чтобы их у нас всегда был запас, чтобы, если что... И убежать, и защититься, и не сесть, как это говорится, не сесть в лужу, во. Хотел как-то совместить, не ударить лицом в грязь и не сесть лицом в лужу, и что-то получалось не сесть ногами в грязь. Странно получилось. Да, лицом в грязь тоже нежелательно. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это вот, вот отсюда я попытаюсь убежать. Здесь три палача. Мы их никогда еще не видели, они выглядят действительно как палачи. Похоже. Угу. А, еще есть два петушиных Василиска, этих какая-то риса.
И куча-куча варваров. Давайте убегать. Не получилось. У нас есть спелка, чтобы убежать. Я ей воспользуюсь. Если доживет свет солнца. А он дожил. Спасибо ему за это. Вот Керриган не дожила, но это Керриган. Нам главное, чтобы свет солнца жив был. Ну-ка, 4-8. Time Distortion. Все, мы улепетнули. Отдохнем даже. И опять вернемся туда. Блин, ай, так не выйдет. Потому что там энкаунтер сбросился, а он там, скорее всего, всегда один и тот же. Ладно, опять в город, пока недалеко. Сейвы там сделать, вот это все. Опыта немножко, но каждая опытинка это хорошо. Что если мы не будем сохранять опыт из таких маленьких энкаунтеров, то у нас никогда уровень не случится. Когда нужно опыта по 30-70 тысяч. Как там в этом было? Каждая крошка в ладошку. Что-то такое. Блин, хотя бы блеснуться надо было, а то что-то... Никто ни по кому не попадает. И все такое чувство довольны. Без проблем. 66 опыта — это тоже опыт. Вон, даже сумочки оставили. С ловушкой, конечно. Вот, и по 2 золотинки каждый получил. Мне вообще приятно. Вот с таких вот мелочевочек мы и насобирали себе на первые уровни. Нет, снова туда я не пойду. Туда возвращаться надо когда? Так, я сейчас я напишу. Вот потом. А1. Dark Raider. И в углу. Вот так я себе тут пометил. Графу потом. Когда посильнее будем. А сильнее мы будем, если будем осторожнее. Ну, с этими мы справимся, я думаю. А кто тут поопаснее с тех, до кого я дотягиваюсь с сыром Фермидом? Вот динолизарды, допустим. Давайте фокусим одного из них. Блесточку сделаем. Свет солнца может даже... Молнию выдать, раскошелиться немножечко, гемчиков отсыпать, чтобы хорошенько жахнуть его. Сколько у него их осталось, кстати? Давайте глянем. Сейчас ход дойдет, гляну. 74. Так и не понял, куда он сделал их. По 200 у каждого, когда было. Не у каждого, ибо у Дремала, у Свет Солнца. По 200 с лишним гемов было, а тут бах. Украл, что ли, кто? Какие-нибудь враги, у которых это секретное свойство какое-нибудь, тыкают и воруют. Я думаю, такое вполне себе может быть в ультиме. В ультимах, которые до первой Might & Magic выходили, еще уже такое было. Там гремлины еду воровали, золото там кто-то тащил. Примеров для подражания Джону Ван Каннингему хватало. Сладкая музыка победы.
Если бы у меня было звуковое оповещение донатов, я бы ее даже на оповещение поставил. Ловушка. Мы ее обезвредили. Нашли даже длинный лук плюс один. А надо ли кому-нибудь такой? По-моему, у кого-то уже был. Кстати. Его можно дать как раз сыру Фармиду. У него короткий лук плюс один. Такой вот не нужен. Да, сейчас так и сделаем. Так, remove. 4. Equip. D. Ой, тут я даже до первого города дойду, сохранюсь. Такое дело, знаете. Луки не каждый день падают. Там заодно и продам старый. И еды куплю подешевше. Чё у нас тут отдыхать? Да можно и отдохнуть, чё нет. Кобольды давно не виделись. И с вас опыт соберем. И не только опыт. Еще и что-то из сумочек. Золото немножко. Скелетоны. Тоже давно не виделись. Как поживаете, господа костляки? Как насчет Turn Undead небольшого? Ну, немножечко, да, немножечко не против оказались. И они даже сумочку оставили с золотишком. Мы курочка, а золотишко зернышки. И мы по ним клюем. Короткий лук продаем. Замечательно, все приятно, кто бы мог подумать. Еды пока все равно много, даже покупать не буду. Сюда мы можем телепортироваться в любой момент. С поверхности вроде только. Ну-ка, погоди, еще проверю. Так, вот у тебя есть сюрфейс небоевой. Угу. Вот свет солнца есть. Не работающее здесь заклинание. Где оно работает? В бою только, да. Уйти из энкаунтера и... Там уже можно тпшиться куда угодно. Подожди, а флай что делает у тебя? А, у тебя флай аналогичен, только работает не в подземельях, только на поверхности, а у Егорки работает в любое время, но не в бою, да? Да, только не в бою. Нормально так. Ну чё, в пустыню ломанемся опять? Раз уж пошло такое дело. Посмотрим, что там можно сделать. Это супер опасное место. Не знаю, есть ли смысл кожу накладывать. Самое опасное в пустыне то, что еда пропадает с каждым шагом. Вот это да. Вот это неприятно очень. Что-то не разворачиваешься, во. А тут какое-то есть место интересное. Маленькое племя пустынных кочевников организовало здесь торговый пост. Хотите ли поторговать? О, давайте посмотрим, что есть. А что, я не то нажал что-то? Ну-ка. Обменять предмет? Да. А какой предмет я обменял? Что, никакой, что ли? Возможно, что-нибудь потом будет у меня нужное для них. И тогда я смогу с ними поторговать, и они что-нибудь мне дадут нужное для меня. Так что мы пойдем исследовать пустыню пока дальше. Опасная пустыня.
полную боли и отсутствие еды. Что у нас по еде, кстати, сейчас? 17, меньше половины осталось. Можно тпкнуться в город. Или нет, мы сейчас тут все равно ничего не сделали, мы сейчас доисследуем тогда ее, загрузимся и дальше неоткрытые места станем проверять. Ой, тут еще и битва началась. Ладно, попытаемся ее затащить. Потом, если что, действительно ТП в город и сохраняемся. Кто тут гарпий опаснее всех? С параличом своим. С пара Ильичом. Ты так говоришь, пара Ильич, как будто был когда-то нормальный Ильич. Защиту от яда надо скастануть. Да, крупская пара с Ильичом. Опарыш с Ильичом. Татары с Ильичом. Парус Ильичом, натянутый в форме Ильича парус. Ну-ка. Это магия. Да. Ты куда? Копытные. Выгуливают фитаксу, нагуливают фитаксу. На лугу пасутся кончики. На лугу пасутся конченными. Далеко, далеко. Да. На специальном лугу. Болотная площадь Москвы. Если это можно назвать лугом. А там есть болото? Почему оно болотное? Враги. Да. Да я тоже. Так уж и быть. Сделаю лечение. А чё, О, у нас тут отравленные есть. Ну ладно, их полечим. Потом, после небольшого перерыва. Thank you.
Так, сейчас поэксплорим еще пустыни. Немножечко. Избавим всех от яда. У тебя, кстати, есть что-нибудь от яда? Не, у тебя нет пока что. Ты добивай торглуху. И ты тоже. Так, вот у тебя есть от яда, да? А можно заклинание? Где это? А, где? У меня же было излечение яда. А, чуть не вижу уже ничего сегодня. Ничего сегодня не вижу. Не у тебя, что ли? Или не в бою? Наверное, не в бою просто используется. Ну, сейчас полечим Керриган, после боя глянем. Может, у тебя лечение яда? Нет. Скорее всего, у Егорки, но вне боя только работает. Да что же вы не попадаете-то? У нас Блэса, что ли, нет? А, да, у нас Блэса нет. А сейчас что-то Блэсится уже на последнем ходу, такое себе дело. А, тут жарко, мы потерялись, не можем обыскивать даже место сражений. Так, вот сейчас будем лечить яд второму и третьему. Во, нейтрализовать poison. И еще разок. Отлично, отдохнем. Нет, ничего не ремуем. Трель действительно на воду реагирует. Свинька. ТП в город или не ТП в город? Давайте, давайте попытаемся. ТП в город. На С2, да, получается? Не, на С1 он у нас. Не, на С2. Так-то у тебя есть, да? Сюрфейс. Нет, сюрфейс нам не надо. Нам нужно твое заклинание Fly. Заклинание мухи. С2. Вот, мы у города, действительно. Сохраняемся. По-бырому. Спасибо. Ой, зачем я в гостиницу? А, сохраниться точно. И сейчас сделаем флай опять на D1. Или пешку. Нет, я не хочу проверить, в какую точку мы там приземлимся. Там есть вообще безопасная точка где-нибудь? Есть. Отлично, она рядом с выходом как раз. Ой-ой. Плохо зарулил. Можно наверх? Можно. Отлично. Еды забыл купить. Ладно. Сейчас доэксплорю заново, если что. Ой, от этого надо бы убежать. С этим мы точно не справимся. Но бежать некуда. Ну, у нас есть заклинание у Егорки, если он доживет до возможности его использовать. А, о, мы убежали бесплатно, отлично. Сейчас я тут уже не пройду, мне еда нужна. Тогда я, знаешь, тебе что сделаю? Я доэксплорил вот тут места. Эти жуткие. Горячие места, от которых еда плавится. Выйду опять сюда, опять в те места пойду. До смерти буду их эксплорить. Вот еще один квадратик бы, да. Что, уж скоро сдохнем. Уже. Так, опять собираемся. Пешком до D1, недалеко.
Уже как к себе домой в эту пустыню. Или как на работу. Или как куда-нибудь еще, не знаю. Про что еще так говорят? Ну вот, да. Блин, опять еды не купил. Человек рассеянный. Пока же еды нет, но пока живая, что удивительно. Росомахи. Справимся с ними, конечно, но тут ли нам засейвиться? Нет, мы умерли. О, все тут. Ну надо заэксплорить, я считаю. Последовательное дело делаем. Покупаем еды, опять делаем сейв. Чтобы не забыть опять. Что, у всех еда, да? Да, замечательно. Буквально 10 секунд до D1, так что нечего заклинания тратить. Но тут уже от рандомчика зависит, как нам повезет пройти. Там уже на E1 можно будет выйти, но нет, мы пока не торопимся менять сектор карты. Надо вниз. Во. Еда кончилась. Заклинание сотворения еды есть. Же. Create food. Ну-ка, сколько у нас стало еды? 6. У него одного. О, батенька. Это я понял, это очень экстренное заклинание. Так, поделиться едой со всеми, да, получилось. Отлично, сейчас накастую себе полную авоську еды. К тому же на это гемы не тратятся, что... Ага, не тратится. Размечтался. Еще как тратится. Очень жаль. Очень жаль. Ну ладно, это мы все равно этот прогресс сохранять не будем. Ой, тут еще какой-то кипящий водоворот унес нашу пати куда-то. Где мы оказались? Можно убежать? Можно. А фиг знает, где мы оказались, кстати. Опять в ту часть пойду. Воинскую. Не дойдем, да? Вон, сейчас дотрачу уж ману на гемы. На еду. Все равно это сохранять не будем. Вот у него уже и мана даже кончилась. Отдыхаем. Две еды есть. Спамим еду и дальше. До упора. Понятно, что так это заклинание использовать не стоит. Но вот в качестве экстренной меры вполне себе. Ну, у нас сейчас экспериментальный эксплоринг. Повторять мы это тут уже не будем, когда карта будет открыта.
Ага, spell failed, потому что переполнились запасы еды у него. Делимся. Отлично. Ну и столько, наверное, хватит пока. Ой, на нас напали. Можно убежать? Нет. Ладно, тут андеды сплошные, так что можно будет их тёрнуть. Чё там? А почему так сделали? Специально? Выглядит не как сердечко. Ой, turn undead. Почти все тёрнулись. И это хорошо. Я так не помогаю воздерживаться. Ограничиваем. Лицо. Виноватое лицо. Нет маны, ну ладно, это уже не больно надо. Что-нибудь оставили? Что если там прям супер много гемов мы отыграем, сумка с серебром, это на продажу можно будет. Она неплохо стоит. Но... Ой, мы супер много гемов потратили, я не знаю, сможем ли мы отбить это количество за этот поход вообще. Супер сомневаюсь. Точнее, даже уверен, что не сможем. Тут телепорт выбрасывающий сюда, понятно. Этот... Тот квадрат обходим. Жестокий песчаный шторм жахает по пати. Жестоко. Я бы даже сказал песчано-штормово. Сейчас мы тут все заэксплорим, если нам не помешают чудовиски. Конечно, помешают. Но мы сейчас снова соберемся в поход. Не так уж много пустыни осталось. Минут за 20 мы ее всю раскроем. Не знаю, минут 20. Не спи. Просто когда засыпаешь, то спишь. А когда спишь, часто бывает, что засыпаешь. Да дайте мне развернуться, о, спасибо. Здравствуйте. Серьезно?
С гамака, наверное. Где он будет здесь? Теперь она его жует. Видишь, осваивает новые локи. Вот я тут эксплорю, и она эксплорит. Ты вместе с нами эксплоришь. Не разверните его, спасибо. На этот кусочек меня, пожалуйста, вниз. По-любому что-нибудь где-нибудь есть. Иначе зачем такая жестокая пустыня? Ну да, кстати. Пчелы-убийцы. Можно убежать? Ну да, убежали мертвыми. Почти уже осталось четверть, наверное. Двигаемся быстрее даже, чем я рассчитывал. Да я перестал уменьшать циклы в досбоксе. Потому что сейчас успеваю уже следить за тем, что влоги боя пишут. А из-за того, что циклы были уменьшены, то... А что происходило? Медленнее все происходило. Нажал, а оно через долю секунды только идет, а не сразу. Мне очень неприятно. Это как будто играешь в какую-нибудь пошаговую штуку, типа Dungeon Crawl Stone Soap, у меня есть чинов, когда пинг, не знаю, там полторы секунды, ты что-то нажал, а он потом это сделал, а когда пытаешься побыстрее играть, то ничего не получается, естественно. Потому что некомфортно очень, когда такая задержка. Вот он. Вроде бы только шторм был. Давайте маленький кусочек этот в форме тетриса. Тетрисовые фигурки. Как они называются? Не помню. Не хочу драться с минотаврами, они жесткие. Валим отсюда при помощи волшебс... Не получилось? Окей. Можно свалить отсюда при помощи кнопки свалить? Не пускают нас. Жестокие монстры хотят нашей гибели. Но они близки к осуществлению своей цели. Даже не будем препятствовать, чтобы быстрее загрузиться и продолжить exploration. Ну, я убежал все-таки. Не кровать. Not bad, в смысле. Как мы с нулем еды ходим? Почему мы не мертвы еще? Ой, пропустил, когда вниз был. Гигантские скорпионы тут сидят. Вот в этом месте он там останется, так что я буду знать, что туда больше ходить не надо. Ишь чего? Я не готов со скорпионами пока биться в пустыне. От еды не напасешься на такие энкаунтеры. Можно с вами тоже не биться? Дайте ход свете солнца. Она нас убежит отсюда. Спасибо. Осталось здесь всего два квадратика и маленький уголок.
в левом нижнем углу, уголок в углу. Ну, сейчас нам осталось только выйти на этот угол. Ну, мы нарвались на гарпий и воров. Давайте убегать пытаться. Не убегается. Все еще не убегается. Только воры убегают. О, сейчас будет намного проще добраться до этого угла. Бью. Наяриваю. Холодненько. Здравствуйте, Кфор. Добро пожаловать. Я уж, конечно, скоро заканчиваю, но мы тут пока эксплорим помаленьку. Избегаем боев по возможности. Пустыню почти досмотрели. Там есть какие-то в ней дела, но я их буду делать, судя по всему, потом, когда буду к ним готов. Потому что сейчас там слишком жестко. Очень жестко. Ну да, уже действительно конец близок. Отдохнуть надо. Вон, гляди, тут пустыня почти вся заэксплорена. Остался только уголок. Вот этот вот. Левый нижний. А оттуда постоянно телепортирует. Там песчаный шторм делается. Так, это надо записать. Что бы это ни значило. Килберн. Вот же на Ванкане гейме такие всякие. Лорд Хакер, Лорд Инспектрон, Килберн. Так, в пустыне. Килберн. C3. 6.14. Жестко, да, идет Might and Magic 6. Мне вот первое тоже жестковато местами. Ладно, этого Килберна мы запомним и запишем, я уже записал. Ну да, наверняка она осиливаемая. Чейджи осилил тоже. Так, и последние кусочки этого жуткого места, в котором нормально не походишь. Можно влево? Можно. Но тут ничего. Видишь, тут как вертят? Тут чередование такое идет. На одной клеточке вертят рандомно либо вверх, либо вниз, на другой либо влево, либо вправо. И вот так я ее всю эксплорил сегодня. Фантомы накинулись, выглядят точь-в-точь как скелеты на костях врагов танцующие. Беспощадный гринд. Ну да. Ну вот тут тоже так, сейчас капелька за капелькой, курочка по зернышку, каждая крошка в ладошку. С уточки по уточке, да. Не знаю, можно ли сейчас то, что я делаю, назвать беспощадным гриндом, наверное, пока нет. Но я предполагаю, что будут стримы или вне стримов буду иногда бегать тупо фармиться по чуть-чуть. Ну что сейчас уже половине пати на уровень надо 30 тысяч экспы, половине 70 тысяч. А падает с энкаунтера среднего сейчас около там 150-250. Представляешь, сколько надо гриндить. Сколько нужно гриндей переслушать, чтобы это сделать. Так, пытаемся убежать. Бои пока скипаем. Либо до смерти, либо до побега. Ну, у моей пати сейчас седьмой у всех. О, убежали. Да, у всех седьмой, всем по 24 года. Молодежь.
Блин, опять кентавры нападают. Ну, мы убежали. Немножечко везет сейчас в этом плане. Блин, горгульи варвары. Только и делаю, что убегаю. Ну, тут ничего. Сейчас надо вверх срулить. Что я чувствую? Ой, меня телепортировало опять. Это левитация еще не помогает, я, кажется, пробовал. Ну, попробую еще. Ну-ка, вот отсюда, тут поближе. Так, сначала левитату. Вингардио левиозо. Еще джампну вперед сразу через клеточку, надеюсь, можно. Нет, нельзя в пустыню джампать. Вот, тут ничего. Все, с пустыней мы закончили. Можно так сказать. Все, главное выйти в нужную сторону какую-нибудь. Вот хочу на Е1 выйти, посмотреть, что там. Но оставаться там не буду. Хотя, мы там, скорее всего, будем уже близко к Даску. Куда нас... Под гмоком сидит. Угу. Я с краем глаза гляну, что там, и на этом сегодня уже все. Заодно наметим план на следующий стрим более подробный. Если там Даск, то мы идем туда. Жуж Ванканигем такой. Так, в шестую берем рандом энкаунтер. Ну тогда игра будет короткая. Что же делать? Ага. Миллион для чейби-холдера в комнату, да? Джон Ван Каннингем на мелочи не разменивается. Не зря шестую Might and Magic очень многие любители старых RPG-ств считают и признают одной из самых тяжелых. Ну и что тут у нас? Барабанное дерби. Так, здесь... О, да, действительно, Даск видно. Ну, значит, сегодня мы на этом закончим, дойдя до Даска. Там сохранимся. Вот, до него вполне себе безопасно можно дойти, да? Обходить, что ли, надо гору эту? Ну да, вот он, город на горе такой себе. Пассаж в Даск. Это город или замок? Непонятно. Тут должны быть, как в других городах, объявления. Тут спуск вниз, оттуда пока не пойду. Объявления должны быть. То, типа, тут гостиница, там-то то. Досуг. Так, вот тут у нас тренировочный зал, я понял. Ой, а тут темно. Можно свет? Свет солнца, можно свет? Конечно, можно. Ой, там какие-то лабиринты здесь. Я туда не пойду. Я вот что тут посмотрю, что у нас по заведениям. Мистические работы по металлу. А это у нас забегаловка, похоже. Хорошие спирты Каспера. Здесь у нас... А вот здесь у нас таверна. Тут мы и остаемся на сегодня. Заканчиваем. Видим, что этот город четвертый по нумерации, то есть мы сюда должны были прийти по сюжету раньше, но я иду не по сюжету, я эксплорю со страшной силой, раньше, чем в Early Queen. Я в Early Queen пришел слишком early. Шут гороховый по имени Early Queen. Ну и все, поэтому... Спасибо всем, кто с нами сегодня побегал немножечко, поглядел, посмотреть, как я тут с пустыней мучаюсь, нашел место квеста сдачи или получения следующей партии квеста. Типа
какой-нибудь сейчас что-нибудь еще скажут, по нему же сделать. На этом все. Да. Ну, на этом все. До свидания. Yeah.